Ну что, народ, привет. На очередную рыбалку мы собрались. Вот такой вот прицеп, где-то 2,5 метра длиной, полностью упачкован, а нас всего лишь четверо. Еще завтра приедет бригада. В общем, у нас сегодня четверг, раннее утро. Я так понял, мы будем до воскресенья, будет ураза байрам по полной программе. До встречи на рыбалке. Итак, мы заехали на заправку и прям дальше. В этот раз мы едем на Иртыш, но уже совсем другое место. Для меня оно мало знакомое. Много лет назад я разок там был. В общем-то, ничего интересного там не было, но сейчас-то мы по-другому ловим. Сейчас у нас джиг головки 40 грамм, сейчас у нас рыбки по локоть. Это у нас только барахла на 4 человека. 3 лодки, 3 мотора. Подпишись. Ну все, мы решили здесь обосноваться. Вон там у нас выход на Иртыш. И там есть классные места, судя по карте. Итак, натянули мы шатры. Я метров 30. Вон там палаточку. Как всегда, прячусь от их бурных рассказов по ночам. А вы все чаек пьете, да? Да, ну по чаю чуть-чуть. Понятно. Ну, в общем, вот тут у нас сейчас все упачковали. Теперь садимся кушать. И однозначно на природе надо поспать. Так, у нас уже вечерок. Я проснулся тут, поел. И мы сейчас поплывем разведывать места. Мои товарищи уже попробовали разведать. Щука, говорит, прыгает на песках где-то там, но ничего не происходит. Здесь, кстати, тоже типа окунь прыгает, но никто не ловит. Короче, я в бой. Так, место незнакомое. Впервые буду ловить. И вечером обычно она ловится либо плохо, либо вообще не ловится. Ветер такой средненький. Вот я нашел, короче, свалы ступеньками. И чтобы были вот такие замутки, омутки. Вот тут она будет подходить. Ну, утром точно она тут должна стоять. Ну, бровки вот я чувствую. Малек. То есть все признаки есть. Сейчас буду ловить вот на такую офигенскую штукенцию. Ни разу не пробовал, но сейчас попробую. Здесь очень много заводей, они тихие. Я стою практически на одном месте, поэтому нормально. Должно пойти. Плюс выходы из заводи, там ямки, поэтому беру 30 грамм аж. Прям падает медленно, отлично. Прям вообще 30 грамм то, что нужно для этой рыбки. Блин, были удары, стопудово бы. Её... Она цепанула как будто бы. Пока ни одного внятного и четкого тычка я не почувствовал и не увидел. Говорят, там, на той стороне, где пески, вроде как там она плюхалась. Но я вот подозреваю, что она здесь тоже должна быть. Просто омутки класс, ну просто ее тема. Обрывистый берег, такое затишье здесь. Поэтому, мне кажется, здесь надо только рыбку подобрать. Блин, косой, сошла скотина. Блин, вот это вот цевьё крючка, это просто говно. Подпишись. Красавчик. Сейчас буду новую традицию испытывать. Ой, Иртыш, дай мне рыбы. Я, короче, помолился Богу реки, что у меня сегодня будет все шикарно. Погода класс, вчера было холодно, сегодня вообще шикарно. Сегодня вставал ночью, часа в 4, думал, лодку кто-то угоняет. Такие трески стояли, а в итоге оказалось, это деревья ломаются, их трещат. Не знаю чего, но такой эффект. Ну все, вперед. Не клюет. Первые забросы пока не дали результата. Наконец-то, наконец-то, пацаны. Вот она. Вот она, моя родная. Все-таки я правильно выбрал направление. Опа. Правильная рыбка, правильное место. Вот. Чудно, чудно.
килограммчика на полтора. Сразу такой ударчик сначала, и потом нормально схватила. Я приотпустила, она взяла. Прям вообще конкретный монстр. Охренеть. Прям вообще нормальный монстр. В полете. Офигеть. Вообще ништяк, он меня попер. На течение попер. Блин, пацаны, ее качаю как саману. Так. Пацак. У одного это вообще не просто. Хлопцы, вообще. Ё-моё, я вытянусь. Ништяк, вообще ништяк. Питак стопудовый. О! Так, рыбка отвалилась сразу. Фу. Ништяк, монстр. Ёпарный бабай. Питак стопроцентный. Опа! Фу. О! Вот, на всякий случай. Толще. Тело то толще руки. Охренеть. Главное, нормально я выбрал место. Вот здесь у меня сейчас была поклевка, но небольшая. Тоже полторашка и ушла. Еще раз будем пробовать. Поклевки в основном тогда, когда рыбка начинает падать. О, удар. Нет. Стоит она тут, стоит. Вот в этой травке она и стоит. Какие прекрасные кусты. Если там сейчас десятчик сидит, то кусты мои. Так. Да, кусты мои. Но это, мне кажется, берег. Оказывается, это палка. Вот в данном случае я вообще не вижу смысла менять рыбки, если ловится на эту. Ну, в качестве эксперимента я бы другие расцветки, конечно, попробовал. Но жалко времени на эксперименты. Пацаны, у меня счастье и несчастье одновременно. Щука на 5-6 кг ушла, зато поймалась еще одна. Короче, ну что за... Прикиньте, хлопцы, щука вот эта на 5-6 кг разогнула мой вот эту вот хрень и ушла. А сейчас ушла на полторашка где-то. Да что за ё-моё? Только на трос буду теперь сажать, это не дело. Таких монстров нельзя так делать. Думаю, что у меня лодку ничего никуда не тащит, а она ее разогнула. Так хорошо все начиналось, и так все не очень продолжается. Ну чё, народ? Короче, вот было у меня всего 4 поклевки, 2 как бы реально реализованы. В итоге я с одной щукой. В общем, как-то так. Подпишись. Красавчик. У нас приготовление полным ходом. Готовимся к плову. Ну чё, как? Охуенно, ну не соленый. А если по-русски то же самое, только по-русски? Очень вкусно. Вкусно. Ну, я сразу говорю, вот эту рыбу мы будем коптить. Будем троллинговать, пока ничего не произошло. Троллингую метров, наверное, 300-400, никакого эффекта. Либо надо менять рыбки, либо место. Короче, я выбрался на берег. Дело к ночи. Я уже не верю в результат, в успех. Ну, буду пробовать. Блесна у меня, короче, Вильямс вот такой. 6 или 7 сантиметров. Опа! Вот она стояла. Вообще, когда вот на подводной охоте, щука ночью выходит из засады и стоит. Она не охотится. Она спит. Новые сапоги. Короче, товарищ не дошел до воды, они порвались вот так. Вот так. Вот так. 2 косаря стоит. Бирка новая еще. Норд-Север. Стардоникс.
Короче, подготовка щуки в коптильне с майонезом, с перцем, с солью. В общем, кидаю час в разных местах, вот таких заводях пока ничего. Может быть, ближе к вечеру попрет. Кстати, поднимается очень сильный ветер. Наверное, опять какое-то изменение погоды. Сегодня у нас, допустим, ночью было там плюс 5, наверное. Днем завтра обещают уже плюс 18. Поэтому ветра, то дожди, ветра. Кстати, в дождь вообще не ловилось с утра. А вот вчера, когда солнышко вышло после дождя, сразу поперло. А сегодня солнце вышло только после обеда. Пацаны, есть контакт. Мелко, но есть. Прям в кустах. О, ни хрена себе. Окунь. Охренеть. Вот это окушок. Ну, я так вот, для понимания, что это к чему. Охереть. Все, пока я ничего больше не могу поймать. Но погода прям вот такая вот шикарная. Прям вот такая. Вот действительно чувствуется где-то градусов 18. Минимум 20, мошкара вылетела. То есть завтра стопудово я свой циркуль на килограмм на 10-то поймаю. Вот такие тут топляки. Короче, я уже за сегодня и за вот эти пару дней, ну, наверное, тысячи на полторы. Ну, может, на косарь уже всяких приманок. Вот из-за таких бревен, да и вообще просто вот такая трава, я уже все тут оставил. Вот тоже вариант. Берега падают вместе со всей вот этой вот мутатой. И поэтому провести толком проводку, ну, нереально. Но с другой стороны, зато рыба есть. Если было бы негде прятаться ей, то, соответственно, ничего бы не происходило. Тут всегда нужен баланс. Удобство для рыбака и для рыбы. Когда мы проснулись утром, увидели вот такую картину. Ночью приходил какой-то зверь-потрошитель. Как оказалось, этот потрошитель щучьих филеек – местная собака. Природа, конечно, вообще сегодня офигенно красивые картинки выдает. Еще бы рыба ловилась. Вот сделал пару забросов, пока ничего. Ну, страсть, как хочется поймать что-нибудь. Ну, здесь вариантов два. Либо она начнет ловиться, когда вода чуть-чуть прогреется, либо я пока не нашел то самое место. Кстати, все примерно так же половили. Одна-две поклевки и все. И никто не реализовал. Ну, рассказы, конечно, про большие глаза у огромной рыбы были. Типа поклевка, удар, вываживание, борьба. И она ушла. Но где факты, как я говорю? У меня-то все записано. И самое главное, даже отходов от берега не видно. Ни всплюхов, ни плесков, ничего нету. Я уже все рыбки перепробовал. Белый, желтый, уже какую-то там нашел, на которую ни разу не ловил, вот такого красного какого-то, малинового цвета. И с желтой джиг-головкой. Всякие разные, без вариантов. Пацаны, есть, есть. Ну, хоть такая, ну, блин, ну, хоть такая есть. Грамм 800, наверное. Вот такая красавица. Нахрен она мне не нужна. В общем, ни у кого вообще ничего не ловится. Можно сказать, я поймал одну штуку. Счастливчик. Ну все, народ, первый раз купил вот эту вот приблуду. Посмотрим, как она рыбу чистит. Короче, сначала по шерсти попробуем. Офигенно.
офигенно. По шерсти классно. Я думаю, не больше минуты, если вот приноровиться. Я ее уже попробовал на щуке, на карпе, осталось на окуне. Сейчас я против шерсти. Против шерсти окунь лучше идет. Кстати, против шерсти тоже неплохо. Ну и по традиции, в конце рыбалки у нас фотосессия с трофеем одного из счастливчиков. 6800. Да, вот мы приехали, было вот так, и мы уехали тоже вот так. Сейчас покажу, сколько мусора мы за собой и не за собой тоже убрали. Короче, три пакета вот таких баула мусора. Они на сколько? Литров на 150, наверное, каждый. Ну что, народ, сейчас поднялся ветер. У нас уже, наверное, часа два или час дня. И мы прием домой. Надеюсь, без приключений. Еще у меня планируется подводная охота и рыбалки. Поэтому до новых встреч!